Ну, наверное, жизнь заставляет, мне кажется. Может, не уверены в себе или что-то хотят, как говорится. Я думаю, что чаще всего это просто люди не уверены в себе обращаются. А так в основном как-то друг друга все равно находят. Вообще, я считаю, что глупости. Не знаю, я вот прекрасно живу с супругой, не обращавшись в брачное агентство. Я не знаю, почему обращаются. Наверное, чего-то боятся. Люди, наверное, у нас очень много нажили денежек и боятся их потерять.